Всем привет! Все люди обладают определенными магическими способностями. Просто некоторым удается обнаружить их себе, а другим нет. Определить то, какими особыми способностями наградила вас Вселенная, в том числе, поможет ваш знак зодиака. Итак, начнем. Овен. Природный элемент огонь наделил Овна способностью передавать энергию. Талисманы и амулеты способствуют увеличению этой силы, которая может, в частности, использоваться для исцеления людей. Телец. Он обладает способностью притягивать деньги и богатство. Пока остальные читают заклинания в надежде, что Вселенная дарит их изобилием, телец наслаждается роскошной жизнью. Близнецы. Их стихия – это воздух, поэтому не случайно представители этого знака зодиака обладают телепатическими способностями. Они являются блестящими собеседниками и умеют предугадывать многие вещи. Их способность позволяет им общаться на более высоком духовном уровне. Рак. Представители этого знака искусны в дружеских и любовных отношениях. Они хорошо известны своими большими сердцами, что позволяет им спасать даже самые безнадежные отношения. Лев. Этот знак зодиака известен тем, что он всегда стремится быть центром притяжения. Слава и популярность, которыми обладают многие львы, является их магической силой. Дева. Девы известны своей способностью чутко относиться к окружающим. Вот поэтому они обладают даром распространять мир и спокойствие. Девы являются блестящими духовными целителями, и их главная миссия состоит в уменьшении боли, которую испытывают другие люди. Весы. Их ключевой элемент – это воздух. Подобно их символу, представители этого знака наделены способностью сохранять равновесие своей жизни. Они верят в равенство, для достижения своих целей используют как магические, так и немагические способы. Скорпион. Эти люди отличаются очень сильной интуицией, и, как правило, в 9 случаев из 10 они оказываются правы. Их стихия – это вода. Сила интуиции помогает им проявлять осторожность, прежде чем случится что-то плохое. Стрелец. Их стихия – огонь, а ключ к активизации их природной силы – это оптимизм. Стрельцы умеют великолепно исцелять людей духовно и избавлять от негативной энергетики, потому что увидят все в жизни в перспективе. Они любят путешествовать и знакомиться со всем прекрасным, что существует в мире. Козерог – это целеустремленные люди, которые обладают большими амбициями и тягой к богатству, что является их магической силой. Их решимость быть успешными усиливает любое стремление, которое связано с карьерой и поставленными целями. Их стихия – это земля. Водолей – свобода и уникальность – это ключи для активации их природной силы. Люди, принадлежащие к этому знаку, буквально жаждут свободы, поэтому легко разрывают узы, которые мешают им жить. Эта сила позволяет размыкать цепь проклятий как в своей жизни, так и в жизни других людей. Кроме того, они помогают окружающим избавляться от различных зависимостей. Рыбы. Их стихия – это, конечно, вода. Их магический дар выходит за границы этого мира. Эффективнее всего их магия работает в мире снов. Рыбы обладают способностью к магии, основанной на интуиции и гадании. Они способны управлять миром сновидений.